Лидия Шерм, американская серийная убийца. Она отравила 8 детей, находящихся на ее попечении, 6 из которых были ее собственными, и 3 своих мужей. Была осуждена за убийство второй степени в 1872 году. Через 5 лет после ее приговора она сбежала под предлогом болезни и получила работу экономкой у богатой вдовы. Позже она была поймана и заключена в тюрьму снова. Она совершала свои преступления с 1863 по 1877 годы. Позже она была поймана и заключена в тюрьму снова, прежде чем умереть в государственной тюрьме штата Уэйтерсфилд 16 мая 1878 года от рака.